Очередная колонна гуманитарной помощи, состоящая из 32 пассажирских автобусов от лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, отправилась из города Душанбе в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области и город Куляб. Из общего количества 6 автобусов отправлено в город Куляб Хатлонской области, 5 автобусов в город Харок и по 3 автобуса в Дарвасский, Ванчский, Шугнанский, Рушанский, Ишкашимский, Мургабский и Рош-Калинские районы. Укрепление технической базы и в этой связи повышение уровня обслуживания, а также обеспечение достойных условий жизни жителей республики находится в центре внимания лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Перед отправлением автобуса в назначенные пункты ответственным лицам органов исполнительной власти, городов и районов, водителям и работникам коммунальных предприятий и других соответствующих структур были даны указания о целевом использовании пассажирских автобусов и о содержании оборудования в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Очередная забота лидера нации в рамках реализации проектов по развитию общественного транспорта в городах и районах страны и государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики Таджикистан на период до 2025 года играет важную роль в совершенствовании и повышении качества услуг общественного транспорта. С прибытием в Горно-Бадахшанскую автономную область 26 современных автобусов качество обслуживания на междугородних маршрутах области значительно возрастет. На основе реализации государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики Таджикистан на период до 2025 года построены автомобильные дороги, тоннели, железные дороги и мосты, а также эффективно работают другие учреждения сферы, пассажирские и грузовые терминалы, обслуживающие пассажирские маршруты. Обеспечение счастливой жизни и стабильное развитие всех отраслей, закладывающие основу для создания возможности комфортного проживания наших жителей, отдыха и деятельности жителей страны, является результатом достижений независимости, единства и сплоченности таджикского народа.